Итак, пошла запись у меня. Faces начинает за КТ, Sweden за Т. Хенес Рутрейн. Смотри, Sweden сразу же идут на РБ. Посмотрим, как они сделали. Ужасно это. Вчера делали РБ, это команда. Да, много команд очень сильно фейлило. Вот посмотрим, или залетит у нас. Нет. Вторая попытка будет, нет? Нет, не будет. Из положительного можно сказать, что Майнц поймал дагбаг в воздухе и потерял лишь 20 кп. Тем временем уже отсекают. Надо обоим уходить небом, мне кажется. Правильно они делают. Да-да-да, по бырику они ушли. Да, и заблочил, да, уверенно. Много хп разменяешь. А вот интересно, кроме будет блочить второго или нет? Вот в этом вопросик. Мне кажется, так, надо. Должен слышать. Не, не блочит, не блочит он его. Поезда летают, у нас самолеты. Пока фрагов нет, пока фрагов нет. Корми на открытом, Майнц на закрытом с энами один. Тут больше у Корми будет движуха. Я Алекс смотрю, у нас... Серега. Да, Алекс правильно, у нас вообще сидит на зелени. Абсолютно правильное решение. На Верочку, можно сказать, сыграно. Dangerous топ-1 сервер, парень пишет. Ну, жестко, ну, конечно. Ну, это, конечно, это не обсуждаем. Неоспоримо, как бы, да. У нас сервер, сервер. Ну, мы хотим вторыми стать в России. По крутости, если можно так сказать. Так, тут Корми вообще отсекает люто, да, тут. Ну, Комер прочитал. Комер прочитал, на самом деле. Комер много хп потерял, на самом деле. Ник или Комер заблочит, это просто... 1-2, допустим, ну или 2. Тем временем Мейнз у нас тут на закрытом. Мотает пока уверенно двоих. Ну, так, раунд не останавливается. Как бы, посмотри, сколько там команда Свиден. Вообще много очень долго поймал. Живут. Мейнз, как обычно, везение, уровень просто, блядь. Я на миксах, как говорится. Наконец-то убивает тут у нас Мейнза. Минута 35. Ребята, я вроде ставки не открывал, так что сори. Кто успел, тот и съел. На зелени у нас Туфанчик, кабанчик. Мне кажется, как бы на шифте он не уперся в кого-то на катериспе. А нет, они все уже разбежались, прочекали на катериспе. Но на самом деле на закрытом есть. Тут хорошо, кто-то бегает на второй линии. Потому что он не сидит на одном месте, то есть он передвигается по карте. Его ник не увидел, хотя должен был увидеть. Я спекал за ним, и я видел с его экрана террориста. Он просто на шифте ушел вверх. А я вот смотрю на верхнюю рампу, и там просто такой тайминг ловит Тофи. Да. Ну, Ника его на самом деле должен был видеть, я именно за ним и спекал. А он где был? Не заметил. Так, Тофи, на звук. Не чекают Тофи просто, такой провальный Ника чек. Идет повторно чекать закрытый. Ужасно, ужасно было. Ага, а Тофи поднимается с пожарки. Да. Так. 30 секунд у Тофи. Сейчас в датика просто упрыгнуть. Сейчас датик, мне кажется, прыгнет, да. Ты можешь в датика выйти. Ну, слышал, нет, слышал, Тофи. Да-да-да, хорошо, Тофи, сыграем. Но, скорее всего, возьмет. То есть, здесь, если он не зафейлит очень грубо, должен забирать. Ну, сейчас, да, КТ уже нервничает, паникует там на... Ну, нет, на самом деле, Комер идет сюда, то есть, сейчас может быть встреча. Но он заходит закрытый. Палят, да, зафлешило всех флешечки, отлично. Стопроцентные. Все слепы. И без буста. Адекватные. Ну потому что ты покидаешь их на ход, если кто-то поднимается с лестницы, ты их флешишь. То есть здесь флешки абсолютно адекватные были. Тем временем, момент, ребята, без буста выиграли раунд ребята из Свидена на HNSRU Train. Да, на самом деле раунд здесь сложно выиграть. Ну, Тофи засолировал как бы. Да. Ну, я бы не сказал, что прям засолировал, что есть там и Корми заблочил его много времени, и Майнц хорошо. Майнц сделал РБ. РБ. Ну да, они пошили неплохо, в принципе. Так, Корми тут у нас мотает на открытом. Флешка, которая опять всех зафлешла. Пели тут немножко прыжок Корми. И просто Комер читает Корми. Пишет слово Корми. Блочит он Ника. Блочит, на... да, Ника. Решил убежать просто. Тафан. ХП очень много, не знаю зачем. Понимает, что нужно отойти назад.
Ну, мог же попытаться в небо уйти, но почему? Мог, нет? мог попытаться, но Тофи уходит на бэкхопе на зелень. Какой мув! Какой мув! Хорош! Ну, вот это секунда, конечно, да. Но все равно, он потянул лишние 10 секунд, это... Неплохо, неплохо. Подозревают ли Фейс? Да они вообще сразу идут сюда, кстати, все втроем. Они вдвоем пока что. Два смока залетают, не дождавшись третьего игрока от Майнза. Подходит у нас уже третий. Так. Пока что исполнение РБ не очень. Залетает флешка, и реально все слепые. Реально, мне кажется, надо уточнять уже в следующий раз, да? Реально все фу. Ну ты что, датчик делает РБ? Были, пока что... 7 хп, у Ника минус хп. Ну то есть попыток немного здесь. Чем минус вот этого буста за КТ, то есть тебя и блочит один раз, и флешечки... Ну вот сейчас будет блочить уверенно, мне кажется, Майнс. Я, честно, не понимаю, почему это фейлят так много. Ну то есть, я понимаю, если ты не знаешь, где вставать, допустим, да, но встают они адекватно. То есть это обычный РБ, но тут ничего нет сложного. Поменялись они, кстати, по хп. Никакого так бага там, ни потолок не мешает, ничего. Я правда не понимаю, почему это РБ постоянно фейлит. Еще один БФЛ. Много времени теряет фейсис. Да. Проиграть второй раунд будет это просто провал. Вот еще это. Один жесткий фейл. Как бы еще один фейл, скорее всего, будет конечный в этом раунде для фейсис. ХП, потому что не бесконечный. Датчик пытается сделать. Не, и фейлит. Вроде и скорость немножечко поймал датчик, но ХП, да, ХП, должны, ну, ХП зарешает в этом раунде. Карту Faces очень плохо играет. Ужасный 5, еще один буст. 18 ХП у датчика. А время-то тикает, 35 ХП. 35 ХП. 26. Разбивается Нику, и это второй раунд подряд. 2-0. Да. Второй раунд подряд за ребятами из Sweden. Шведский коллектив. Показывает уровень хорошей игры. Сразу видно уровень Европы шведский, как бы. Это вам не рашка какая-то. Кстати, я тут подумал, мне кажется, перед началом игры с Корми можно сразу давать гаг, как бы. Чисто. Наперед. Ну что, 0-2 счет. И уверенно два раунда забрали на самом деле ребята из Sweden одним бустом. Мне нравится, как команда Sweden уходит с буста, то есть до этого все играли, там, не видел команду дальнобойщики, Буджа, да, хоть они и выигрывали, но когда они делали это РБ, они потом ужасно разбегались, позволяли себя забоксить всей командой и умирали. Команда Sweden разбегается в разные стороны, во-первых. И сделал майн второй раз. Такие споты, что их нельзя забоксить. Блочат на небе очень грамотно, когда нужно. Корми у нас уже рофлит, видимо, начинает. Корми немножко, да, как бы подрасслабился. Он, в принципе, и не переставал рофлить. Он весь турнир рофлит немного. Ну, как бы с Джамбо уже зарофлили они, хорошо. Хорошо развернулся Корми, и там человек вообще упал. В другую сторону. Если команда Sweden выиграет, советую просто наушники Корми подарить на эти три карты. Тем временем в сотку уходит другой игрок, а Корми до сих пор живет на открытом. Надо дамажиться, просто дамажиться. Хорошо. Хорошо, Корми ловит ладер, отлично. О, хорош, как же развел Корми. Ну это псих, просто псих. Ну просто вау. Он много ужасной позиции Тофи, мне кажется, он спалил себя, нет? Very good. Или не увидели его? Реально не увидел Комер его? Он же прямо на него посмотрел. Что? Вот ну провал. Такая вот провальная игра. Вот ребят из Faces. Очень невнимательная игра. Просто на него посмотрел, развернулся и ушел на небо. Тофи спалили. Нет, и просто нет. Тофи ловит тайминг. Второй. Залетает две флешки просто в лицо. Все слепые реально. Кстати, реально нет, everyone is full. Флешки были две, одна. И смотри, как Тофи играет хорошо. Он не идет на закрытый. Он понимает, что идти туда не нужно. Комер уже на закрытом, датик уже здесь, они его пытаются забоксить, а Тофи... Датик здесь, датик на месте, датик на карте. И Тофи на свою привычную позицию, как говорится. На мусорку сразу попер, да. Ну, кстати, смотри, как хорошо он сыграл в этом раунде. Нет, просто по прочитано. Этой, по этой игре Тофи будто во дворец к себе идет, очень уверенно себя на трене чувствует. Да-да-да.
Он играет на звук просто вот идеально, смотри. Ну, я бы сказал, что прямо идеально, но хорошо достаточно. Я бы сказал, что идеально, потому что... Ну да, молодец. Эффективно, эффективно. Вот сейчас он плохо сыграл, то есть... Плохо можно было уйти на пожарку. И тут его, кстати, рофлят. Вернее, не рофлят, а ловят. Боже, какой рофлят. Хорошая флешка. Хорошая флешка, все фул. Все фул, идеально. Не знаю, что он сделал. То есть, если бы сейчас он ушел, дамажился чуть-чуть, он бы выиграл. Да. Но... решил зарофлить, видимо. Ну, на самом деле, два раунда за Т здесь уже это очень хорошая заявка на победу. Ничего сверхъестественного они не делают. Вот так можно сказать. Ну что, попытка буста номер 50 от датчика. 40 секунд, время, флешки и куча нервов. Рано, мне кажется, с Макикину майнс, опять же. Датчик просто отпрыгнул от своего, но решил не долетать дальше. Ну, решил не терять хп на Верочку. Плюс 100 хп, блок, мне кажется, это... 3-2. Да, мне кажется, Майнс просто может сейчас спокойно уйти, ну да, хотя не заблочить. И уйти и засесть в мусор.
Смотри, как уверенно. Кофе, а? Не боится, не боится. Да, он мне нравится, что он передвигается по карте, но его могут спалить. И спалили, походу. Или нет? Спалили или нет? Нет. Не увидели, не увидели Тофи, не увидели. И он сидит. Он Должен сидит. Мне как-то слышит Тофи, что Датик уходит. Пошел не в ту сторону. А там, кстати, на небе, на небе, на небе. О-о-о. Спалили, спалили Тафанчика. Тафанчик кабанчик. И зря он ждет. Очень зря ждет на самом деле Тофи. Ну, все, тут как бы габелла. Ну, если он даст флешку Ника в лицо и пробежит в дом. Вот останавливает, сейчас... останавливается просто человек у нас. О, как так? Тофи, что происходит? И бежит просто в унисон с игроком Т. Ну, вот так его развел тем, что кинул туда флешку, чел думал, что он будет... Кстати, да, нормально, развел таки Тофи. Бихоп бай 100 World Records. Продолжается у нас раунд. Тофи до сих пор живет. Должен это понимать, должен просто уходить дом. Да, должен просто уходить на плюс В. На плюс В Тофи бежит. Только куда побежит он? Только не в пожарку. Хорош. А в пожарку он и не пошел. Какой молодец Тофи-то, а? Тофи Домой. Будет дамажить. Не-не-не, дамажит. Развел стрейфджампом. И до сих пор. Ну, много лишних движений сейчас на самом деле. Мог и по поезд прыгнуть, мог и вдамажиться, уйти на закрытый. Ну хорошо, да, как да? Хорошо все делает Тофи. Хороший раунд, давайте его. Молодцом. Если бы был буст, только представь. Если бы был буст, и Тофи прожил до 30 секунды. Это габелла. Ну, я могу представить, что есть буст, они просто его не сделают за 3 минуты. Так что... Да. Майнц, тем временем... Ай-яй-яй, отпрыгнул, но не сделал РБ. Почему-то парится с маком корми сразу же, моментально. Разбегаются ребята... У нас Тофи уходит на небо, корми на синем ящичке, а Майнз вообще на зелени. Его тоже спалили. Есть информация, что два игрока Т на Т-виспе. Корми, кстати, уходит, но не слышит корми ничего, как обычно. Тем временем Майнз. Майнз живет на соплях. Не выжил. Умер. Потерял хп 100, закончилось хп и он умер. Ага, вот так вот Майнз реагирует на это все. Тофи, конечно, просто гений. Выслушал его контртеррорист. Интересно, кто это? Это Ника. Плохо играет Ника, как можно, если чекать этот спот, играя 3 на 3, я просто не понимаю. Тут у нас подписчики Данска подъехали, кстати, эмоджи хорошие, Данский рейдж. Тем временем, Тофи у нас уверенно играет на пожарочке. Так, передвигается на пятую линию. Выходит, кстати, он к своему тиммейту. А, нет, не выходит, извините. Тофи хантит. Корми тоже. Корми неплохо, кстати, размансовался так. Алекс, флешки, которые флешат всех. Кстати, неплохие флешки залетели от Тофи. Вот это ножик. Хорошая игра от Корми сейчас. Корми просто на бэкхопе уходит на ап СБДЖ. Несмотря что он зафейлил последние прыжки, он в принципе выживает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же не режут. Почему он просто прямо не побежал? То есть, но датик, датик. Была вероятность побежать на... прямо и налево сразу же, и на парапет вернуть. Спокойно бы он мог это сделать. Тофи, как обычно, возле помойки. Да, ничего не меняется в этой игре для Тофи. Любит он немножко испорченной еды из помоечки, и не только еды. Вау, как спалили Тофи опять же таки. Уже в который раз? Тофи не поймал тайминг вообще. 3-3 счет. Хенесру Трейн. Паузу просит Комер. Даем мы ему его законную паузу. Ну что могу сказать, матчап в принципе интересный. Хорошие раунды показывали ребята из Sweden. Очень даже хорошие, я бы сказал. Почему у Корми как так быстро пропал в этом вопросе?
Ну, тут Комер опять рассказывает тактики, я не понимаю, что он, блядь, делает, как бы. То ли я тупой, то ли лыжи не едут, но мне кажется, на такой паузу нельзя давать. Все, гоу, пишет Комер. Ха, хорошо, я написал анпауз. Что, что по раундам, кстати, проверьте, пожалуйста. Все нормально там, да? 4 минуты. Нет. На трейне, если что, стример играется 3.30. А, да, я знаю, я так и спрашивал, не 4 ли минуты стоит, бро? Ты кого задушить решил, алло? Я сейчас задушу тебя еще больше, сбивается на 3 минуты, а не на 4. Так что стример в очередной раз не компетентен. А я еще что сказал? Проверьте раунд-тайм. То есть я подразумевал, что он неправильный, правильно? Правильно, все. Тем временем не делают РБ вообще никакое, ребята из Faces. Да, и... идут они на небо вдвоем. Сейчас Майлз просто подает из дома и... Флешки и дают, хорошие флешки на самом деле дают ребятам. Тофи плохо отсек. У нас бежит прямо с челом. Нику тем временем уходит в доме. Комер вообще один. Ну и датчик мотает как бы. Не попадает он. Домотался. Да, ну играл, ну в целом неплохо, да. Без буста у нас Faces играют. Ну Обе что? У нас прячется на закрытом на пункте. Ну, мне кажется, спадет слив инфы, забагивается сервер и все. Там на CD у нас получается Тофи. Никуда на открытом у нас уходит он на закрытый. Кстати, к своему тиммейту он идет. Но они же не знают, что комик. Дают флешечки, кстати. Был... Не, кстати, Комера просто порезали. Я пропустил этот. То же самое, но он да, ушел в дом. Что... Он ушел в дом и его, да, порезали просто. Да, там. Возможно, Тофи, да, он уверенно идут пока что команда спидит. Непонятно, как не режут Нику, но вот наконец-то его зацепили. Произошел зацеп молодого ханейсера. Да, зацеп был. Почувствовал. Зацеп был. Ну, сервер баганный, забей, зацепляется везде. Да, сервак вообще залупа полная, даже спидометры, мне не понимаю, как такие. Ну что, попытка опять от Faces сделать элементарный РБ? Смотрим мы за датчиком. Есть! Вот так! Вот так-то. А вот и заявочка на раунд. Заявочка на 4-4. Ну, надо разбежаться, ребята, мисс Faces. Потому что... Если они разбегаются, Ника они умирают. Ника, хорошая флешка. Почему они жалеют КП в таких моментах? Ну просто, ты же можешь... Они теряют кучу времени, кстати, и смотри, как он развернулся. Флешка идеальная, зашла от Комера. Но все фулл. Сейчас, конечно, сейчас точно все фулл были от такой флешки. Комер остается у нас на небе, Ника уходит. Комер тут просто на тайминг играет. Да, ну, я говорю, это очень похоже на 4-4, если честно. Этот раунд, да. Найдут одного, пока убьют их. Нику на закрытой, Комер вообще под шестой линией прячется. И Комера чудом не спалили, чудом не увидел его человек на зелени. Хороший спот Ника на самом деле занял. То есть... Сверху, по волхаку видел, ну, что да, чел в доме. Очень близко к 4-4. Тем временем сейчас Комера должны спалить. Как же он тайминг поймал-то? No. И на небе не палит его, не палит его на небе до сих пор. О, oh my God, он даже не чекнул, вниз не посмотрел, кто на небе был, это просто провал. Они бегают Майнс... просто идеально на звук. Майнс не чекнул, ну да, тут 4-4. Очень... Тут скорее всего 4-4, очень сильная. Есть. Когда очень плохо сыграла команда Свитон, опять же, это... Погоня за фрагом. Спалили Нику все-таки, да, на пятой линии. Ну вообще шанс-то есть, но нужно убивать очень быстро Ника и искать Комера. Но в целом, конечно, раунд на процентов 90 уже проиграл. Опять флешка залетает. Да, флешка опять залетает. Нику. Прошла инфа, что на сити спауне Ника, но Ника уже уходит на закрытый. Очень плохо играет команда. Одна минута 25 секунд. Комер на открытый мотает одного. И Нику выходит к нему через Зигу. Комер на пожарке, а Нику на шестой линии идет на небо, как я понял. Да. Ну тут скорее всего раунд за ними. Если только чудом не убьют их за 2 секунды. Комер прям потеет.
Ну, хорошая игра от Комера. Хорошая. Да, очень хорошая игра от Комера. Хорошие флешки зашли. Ну, я могу сказать, что команда действительно просто ужасно играет. Я не знаю, напоминает мне эту игру Дон Диабло, когда парни просто, ну, мискоммуникации были. Просто уже, ну, несколько раз теряли из виду, отпускали. Я даже не знаю, ну, типа, можно килл писать, мне кажется, да. Именно вот момент, ты пишешь килл тоже. Просто нет смысла бегать в такие моменты, типа давать плюс морали сопернику, дизморали самому. Проще написать килл и начать следующий раунд уже спокойно. Это да. Идут снова ребята у нас дом. 4-4 счет. Хорошая игра, равная. Получилось. После начала 3-0 казалось, что тут вообще все уже. Ну, но смотри, потом сделали они РБ. Начали рофли, да. Рофлеров обычно наказывают. РБ. Ну вот, второй раз будут пытаться сделать. Да. Фейлят они. И на небо никто не идет сразу же. Ай-яй-яй, очень много хп потеряли. И главное, они потеряли позицию, то есть сейчас их очень легко забоксить, здесь должны это ребята понимать. Комер просто вылетает на КТшника, вернее, в него влетают. Хорошие даки поймал Комер. Должна быть информация по нему, там посмотрим или да. Ну тут все как бы. Тут приехал он. Самого главного, можно сказать, игрока остается. Лаваря. И датика не увидел или увидел? Датик сам себя палит. Нет. На третьей линии он уходит на вторую, на верхний парапет будет идти. Хорошая флешка зашла. Ооо, корми. Да. Нико, last man standing. На 4-4, то здесь похоже на 5-4 скорее. 2-30 соло пробегать сложно будет. Но не невозможно. Нико очень странный спот занял. Очень любит Тофи. Да нет, нормальный спот, но... И вышел он на КТ просто, на КТ вышел он. Не попал, да. Да. И на пятой линии уже есть игрок контртеррористов. Нико хорошо развернулся, но этого недостаточно. Да, дома с Тофи и 4-5. Ну что же, 4-5 счет в пользу КТ. Террористам нужно брать слишком много раундов, мне кажется, да, и не фейлить вообще ничего. Нужно все брать раунды оставить. Зафейлили они первый РБ и просто разбегаются, как я понял, да. Ну правильно, не нужно пытаться еще раз делать, ты просто убиваешь свою команду этим. Но опять, они делают как дальнобойщики. Они смотри, они бегут на Терриспу делать. Они, кажется, ну, успеют. А смысл в этом? Ну то есть ты убиваешь своего тиммейта, ну сделай тебе, давай. Да. Ты убиваешь команду. О, тут еще и Корми просто разрубил человека. Ну представь, что Комер залетел бы, да? Ну вот, окей, они все равно убивают этого человека. Не, ну шанс через флешки уйти всегда есть. Ну маленький. Типа, ну, бред вообще полный вот так делать буст. То есть они сами себе руинят игру такими мулами. Тем временем датчик на открытом, на пятой линии 2 хп у него и Комер на закрытой против двух Комер игроков КТ. Да, я тоже посмотрю за Комером. Паровозиком бегут ребята с видом, то есть здесь Комера ничего не угрожает, должен это понимать. Куда он уходит вообще непонятно, зачем. Но он это делает? И... зачем он это делал, я не пойму. Хороший буст. Нет, если бы он успел бы, то Тофи убежал бы просто на открытый план. Все. Я понимаю его задумку, достаточно логично. Ну, довольно тупая, потому что тайминг был, он спокойно мог уйти на пятую линию, пойти на небо попробовать. Да, нет, и датик просто умирает. 2 хп. Все зависело реально от, ну, от буста от Тофи, то есть Тофи поймал отличный буст на даках. Если бы он не поймал его, то Комер бы успел забежать за стенку и все. Решили не рисковать, ребята, из Faces на свой потенциально последний раунд на этом турнире. 6-4 счет, Свиден уже обеспечили себе как минимум ничью. Ужаснейший буст. Ну, я не знаю. Комер теряет КП. Шансов мало на то, чтобы выиграть. Надо смотреть. Ну, печально ли не печально, но. Интересная команда на турнире. Минус датчик. Комер уходит на Т-спаун. Нико у нас остается на верх-низ. Да, успею умаяться вернуться. А, нет, поймал все равно. О.
помер тут немножко, да, вообще повезло ему очень сильно на самом деле. Уходит он на закрытый, как я понял, да, сейчас будет дамажиться. Должны его, да, резать, Майнц, отличная последний игра. Последний прыжок прохвелил Комер и достал его Майнц. И есть палят еще информация по Нику, палят Нику на закрытый, и это, скорее всего, Габелла. Да, Датик уже вернул, то есть, видимо, команда не верит. Да, Датик вообще хорошо играет, в принципе. Да, ну на самом деле Датик не очень много чего показал. То есть, Фаровей, мне кажется, с нами даже и получше играл. Да, да, ну типа, видно было, что немножко не то. 7-4 счет ГГВП, поздравляем мы команду Sweden с проходом дальше по турнирной таблице. Да, команда FPS покидает наш турнир, к сожалению.